Куда пойдем? Вышла наконец-то на улицу, да? Что там? Пакет? Это у нас площадка на Дрюлянке находится. Летом сюда опасно ездить, потому что здесь аттракционы всякие. Ну, можно, но редко. Но они какие-то все, не знаю, грязные эти аттракционы, как будто их не моют. Но они сейчас закрыты. А на площадку можно. Сейчас вот. Ну чего? Чего? Сильно. Сладенько. Можно улицу. Мы тут летом, кстати, были. Животные. Башня свободного падения. Ты куда пошла? Туда нельзя, Соф. Закрыто. А летом все эти аттракционы открыты. Никого нету. Летом покатаешься. Сейчас закрыто все. Это сегодня у нас как-то все подтаивает. Ты посмотри, но не садись, хорошо? Какая погодка. Тут вот эта непонятная игровая комната, но она, мне кажется, никогда не обрабатывается. И летом мы сюда. Но и летом мы сюда вообще не приезжаем. Ну, практически. Потому что она попросила эту комнату, а она такая не очень хорошо обработанная. Практически, мне кажется, вообще не обработанная. Так, если вот только на паровозик. София, пойдем побегаем на площадке. Так что летом мы тут бывали пару раз. Вот. Сейчас погуляем, приедем домой. Закончу влог. Вот так вот. Что у нее сопли, кашель. Не знаю, как в садик пойдем. Но я ее отправлю, конечно. Так-то не скажешь, что у нее температуры нет. Нельзя, Соф. Садись с этой стороны. Вот здесь можно сесть. Не сказать, что она там болеет, но вот почему-то сопли вообще промываю. Виброцилом капаем, что назин уже не помогает. Циалор хорошо убирает сопельки. Я думаю, еще его подключить на ночь. Но... Вот как хорошо, да? То дома с ума сходим. Ну ладно, чуть вечером придумаю, чем с ней заняться. Все время надо придумывать, чем с ней заниматься, чтобы лишь бы... Я уже не могу в эти Барби играть. Краски, все что угодно. Пластилин. Вот. Делаем аппликации. Так что ладно. Пойдем на площадку. И уже дома включусь. Пусть она посмотрит тут. Thank you.
люди работают, молодцы. Праздник, не праздник, надо работать. А нам так хорошо. Вам-то тяжело, а нам так хорошо. Да? Да. Ребенку счастье. Да. Ну, дети катаются так-то, да, сегодня? На неделю катаются, да? Вам потеплее надо одеваться. Да вроде как бы это, днем-то вышло нормально. Сейчас что-нибудь найти, кинуть. Но какой-то такой костюм вот эти финские, их по секонд-хенде можно подешевле купить. Ну, они теплые. Не протекают. Ну вот это, у нас в Лессе такие не должны протекать, это с виду они такие. Ну это, видишь, ребенку штукаешь, конечно. Себя-то всегда обделяем. Так сейчас тоже не купишь, я дочка на каникулы приехала, сейчас тоже ей надо. Так вот, и вот. Туда. Сегодня уже следующий день. Ага. Вообще вот это, вот эти аппликации, их надо делать пластилином. Вот мы вчера с Овкой сделали, я помогала размазывать. Тяжело, конечно, вот этим пластилином мазать, размазывать. Взяли 18 штук. Вот это каляка-маляка фирма. Хорошая, но он очень твердый. Вообще просто, не знаю, ей тяжело. Я разрешила, пусть она смешивает. Он 130 рублей стоит, 18 штук. Вот так вот у нас получилось. Сейчас мы решили делать, у нас две такие папки, и одну мы будем разукрашивать красками. Ей больше нравится краска. Она скажет, привет, привет, да? Ну что дальше мы будем разукрашивать? Носим! Нос какой цвет? Черный? Скажи, черный. Черный. Все же знаешь, все цвета знаешь, но... Это много, да, не надо. Это красный, это красный, это синий, это синий, это всегда черный. А, черный, все знают. Ну все, все, много-то не бери. Только тихонько. Не заходи за край, тихонечко. Все. Это губки, да. Все, хватит. И теперь по этим, по краям. Аккуратненько. Молодец. Вот как старается. И мы сейчас пойдем погуляем. Туда же, на площадку. Все. Еще краски чуть-чуть возьми. Эту воду не надо брать. Стой, ее надо выжать. Отжать. Держи. Еще чуть-чуть черный. Может, будем еще тело разукрашивать. И вот тут вот палочку, вот эту полосочку. Нет, чуть-чуть, тихонечко. Все. На, тело-то разукрасим. Тело. Черное. Крась. Вот. Молодец, старается. Сейчас разукрасим. Поедем погуляем, приедем, он высохнет. Подпишу дату, тоже подпишу дату и уберем в папку. Так вот, буду ей помогать, уже доделаем. Всего лишь 4 таких аппликации, ну, таких листа, да, с рисунком. Вот, животные есть разные тут. Надо попросить родителей, чтобы еще заехали, что мне не заехать, пока дома. Такая вот у нас есть. Цирки. Ну, не знаю, в цирке и будет интересно. Может, машина вот будет интересна. Трактор. Цирки. Ну, так. Она к диким животным спокойно, в принципе, смотрю, относится. Ну, даже вот. Не-не-не, тут не надо. Тут белая будет. Стоп. Здесь не красть. Сейчас я буду... Скажем, 10-го будет готова два заказа. Да? У вас оплата будет наличная или по карте? Вот так тут для близи. Очки. По карте сейчас будешь. Сейчас я сниму. Чтобы не забыть, какие очечки. Да, такие вот. Со стразиками. И они просто даже вдаль будут. Симпатично, да, смотреться? Да, вдаль, да, Да, вдаль эти, да, будут.